примером того, что происходит на Западе, о чем еще в России не слышали. Это называется кража цифровой идентичности, identity theft. Когда у тебя крадут мошенники доступ к твоему электронному досье, где хранится на Западе все. Наши гражданские все, государственные номера, и медицинские, и главное, финансовые. И потом, используя доступ к моему электронному досье, они могут брать кредиты большие, покупать недвижимость в любых странах, открывать бизнес. И ты, как человек, бессилен, потому что они захватили доступ. Ну вот как есть духовные люди, которые верят, есть тонкое тело, так у нас сейчас есть цифровое тело. Это наша оцифрованная информация. Еще это называется оцифрованный след. Digital footprint называется по-английски. Digital footprint. И вот когда мошенники доступ имеют к этому твоему досье, они фактически представляются как вместо тебя. И потом единственное, что ты видишь, что у тебя увеличились платежи, ты за что-то платишь, ты не понимаешь, за что ты платишь, ты пытаешься узнать в банках, а банки говорят, ну вы взяли у нас кредит, там 2 миллиона, вы выплачиваете по кредиту, или вы купили там дачу на Багамах, вы теперь выплачиваете за это ипотеку,